По словам Владимира Владимировича Путина, у России с африканским континентом традиционно добрые, исторически сложившиеся доверительные отношения, а также тесные связи стратегического партнерства. 13 октября Белгородский государственный технологический университет имени Владимира Григорьевича Шухова посетила делегация официальных представителей стран Африки из таких республик, как Судан, Южный Судан, Кения, Уганда, а также Джибути. В рамках программы прошли встречи с ректорами белгородских вузов и бизнес-сообществом Белгородской области. Своими впечатлениями о вузе и Белгородской области с нами поделился глава делегации стран Африки, чрезвычайный и полномочный посол Республики Судан Надер Юсеф Эль-Тайеб Бабикер. شكرا جزيلا حقيقة هذه الجامعة تعتبر فعلا مركز للإشعاع في المنطقة. وهذه ثاني زيارة لي لهذه الجامعة وأكدت لي أن هذه الجامعة فعلا متميزة في تخصصها وفي منهجها وفي فلسفتها التي تربط الخريج بالمجتمع. В процессе встречи участники обсудили вопросы расширения взаимодействия между государствами в сфере образования, культуры, науки и экономики. А для вас работали Екатерина Рыбачок, Юрий Тычинин специально для StudLife.